Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И у многих сейчас вопрос, что происходит, в смысле серия или что? Да, пацаны, это серия, но необычная, сейчас я все вам объясню. Почему я зашел на серию? Я зашел на серию для того, чтобы сказать вам спасибо. За что спасибо, сейчас узнаете. Первое, спасибо вам за то, что вы вводите мой промокод. Я уже собрал довольно-таки неплохую сумму денег, и я буду копить эти деньги, и потом сделаю для вас розыгрыш, в принципе. Второе, это спасибо, что вы ходите в мой спортзал, как бы, хоть я не играю сейчас на мазинге. Да, это действительно правда, я захожу чисто заплатить за налоги и все. Но все равно вы ходите в мой спортзал и тренируетесь там, и мне капает финочка. За это вам тоже очень большое спасибо. Ну и также спасибо, что вводите мой ник при регистрации, и мне тоже капает денежка, так же, как и вам. В принципе, уже много людей зарегалось. Моя цель была выбиться в топ-1, я сейчас на втором месте. Ну, возможно, когда-то это случится, но, может быть, не в этой жизни, так сказать. Итак, пацаны, я еще не ушел с Амазинга и не вернулся, как бы. Сейчас проходит голосование, кто не в курсе. Голосование на то, что оставаться мне или нет. Кто еще не голосовал, голосуйте. Ссылочка будет на голосование в описании. В принципе, через 4 дня, может быть, дольше, может быть, быстрее, я подойду этого конкурса, и уже мы решим, оставаться мне на Амазинге или нет. Ну а сегодня у нас будет видосик, посвящен модпаку. Поступило много интересной информации по поводу модпака, и я хочу с вами ей поделиться и показать. Хочу предупредить вас сразу, что эта серия внеплановая, просто я зашел в группу модпакера, увидел, что там много информации новой, и решил записать видео. Ну кто же, как не я, запишет видео и покажет все вам. И второе, это то, что я сейчас занят, я делаю модпак для своего сервера. Кто не знал, я начал разработку своего дерби сервера. Кто не видел видео, посмотрите, ссылка на это видео тоже будет в описании. Поэтому у меня сейчас вообще времени нету, как бы. На Мазинге я реально не играю. Можете, блять, через ID меня просто начекать, что я на Мазинге не играю. И захожу буквально на 5 минут максимум. Это посмотреть рефералку, посмотреть прибыль бизнеса, оплатить налоги и все. И я сразу же выхожу и занимаюсь своими другими делами. Все, пацаны, погнали. Итак, вот, в принципе, это группа модпакеров. Ссылка на нее тоже будет в описании. Кто не знает, это действительно официальная группа модпакеров, в которой он выкладывает новости по модпаку. Здесь вы также сможете найти такую же модельку, как у меня, BVM560 с винилом. Поэтому, кому нужно, заходите и скачивайте. Итак, в группе вышли новые новости. Их вышло довольно-таки много, и я хочу их полностью с вами разобрать, посмотреть и так далее. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. В принципе, мне будет приятно, вам не сложно. Ну что ж, погнали. Так, вот получается у нас первая фотография, это Audi R6, которую ждут многие. Кстати, да, ее можно купить, ну как купить, ее можно выиграть за тыквы, короче. Вы собираете тыквы и можете за эти тыквы ее купить. Я этим не занимался, не собирал, потому что, ну, я забил хрен просто и все, мне не до этого было. Но вы сможете насобирать 5000 тыков и купить себе вот такую Audi R6 за эти тыквы. Не знаю, кто-то ли смог это сделать, но такое реально сделать. Честно, на первый взгляд ничего не могу сказать, изменилось ли здесь что-то или нет, ну конечно же, я думаю, изменилась, она, наверное, стала более качественная, проработанная, потому что эту машину ждут многие, не только я, думаю, многие реально эту тачку ждут, наверное, все просто ждут, все пацаны спрашивают, когда R6 и так далее. Вот вам, пацаны, скриншотики, в принципе, этой замечательной машины. Мне она тоже очень нравится, я ее также очень жду, она мне прям реально запала в душу, и я хотел бы ее себе купить, допустим, даже вместо того же Майбаха, и с Майбаха на нее номера поставить. Ну, не знаю, получится у меня это сделать или нет, в принципе, потому что идет голос. Напоминаю. Итак, следующая фотография очень даже свежая. Это у нас гелик. G65, Гелендваген там и так далее. Честно скажу, я не люблю эту машину. Именно в игре я ее не люблю. В жизни еще, знаете, так более нейтрально отношусь к ней. Но в игре она очень валкая. Она медленная, она валкая. Просто реально сарай. Это лично мое мнение. Мое скромное мнение. Ну а так, в принципе, будет на ней вот такой вот камуфляжный винил. Такой вот камуфляжный винил. Неплохо выглядит. Ей бы еще тонировочки побольше там спереди и по бокам, чтобы она реально в хлам была затонирована таким винилом. И будет вообще просто реально топчик, я думаю. Итак, вот у нас следующий скриншот. Я, честно говоря, не понял. Либо здесь нужно обращать внимание на машину, либо на диски. Но, скорее всего, на диске. Потому что данная машина находится у нас в СТО. Я так понял, модпакер решил сделать свой пак дисков. И это довольно-таки хорошо, потому что многие проекты берут диски просто с GTA Vice City. Как сделали, например, это там на Родине, на GTA RP, на Родныре, не знаю, по-моему, там есть диски же, есть. Ну да, вроде бы есть, но там я не помню. У них, может, свои диски, может, они их взяли с сайта, я
точно не помню. Но так, блин, на М2 довольно-таки классно смотрятся вот такие вот диски. Ну да, таких дисков нет, я вроде бы как в интернете. Скорее всего, модбакер их как-то делает сам. Ну, это довольно-таки хорошо. Надеемся, что пак-диск реально будет годный, потому что то, что есть сейчас, мне как-то не очень нравится. На Амазоне сейчас тоже есть пак-диск в этом модпаке, и он мне совсем не нравится. Слышите этот запах, пацаны? Запах 90-х. BMW 7-ка, которую я тоже хотел бы себе купить, либо хотя бы покататься. На что она была будет заменена, я, честно говоря, не знаю. Но я думаю, эта машина точно стоит вашего и моего внимания. Вот такой вот BMW. Он ее ранее, в принципе, показывал. Но этот скриншотик вообще прям бомбезно такой, знаете. На вот этих стоковых дисках. Я реально люблю, когда классика на стоковых дисках. Что М5,60, что 7-ка там, что Кабан. Ну, все машины, чтоб же были как завода. Они реально очень классно смотрятся. Особенно машины из 90-х. Поэтому реально респект. Это ту BMW я бы хотел видеть в модпаке и поскорее. Итак, следующий скриншот — это у нас Nissan Skyline GTR 34, в принципе. Не знаю, что здесь изменено. Ну, я думаю, нам стоит обратить внимание именно на камуфляж. Хотя не знаю, есть ли он сейчас камуфляж в этом модпаке, либо его нету, потому что я на Skyline не ездил. Скриншот какой-то не очень качественный, почему-то реально как-то размыто, либо это специально сделано, я честно ли не знаю. Skyline прикольненький, классненький, идем дальше. Итак, вот еще один скриншот гелика, но уже вид сзади, в принципе. Ну реально, этот камуфляж ему не идет, ну, точнее, идет. Очень даже идет, хотя я гелики, повторюсь, не люблю, но смотрится неплохо, неплохо. Но я на месте модпакера затренировал бы его в хлам, чтобы винил сочетался нормально. Потому что, видите, машина так немного аквариум, небольшой такой. И как-то не очень смотрится, это чисто мое мнение. Но так все довольно-таки нормально. Итак, снова у нас Skyline'ик, в принципе, без винила уже. Я не знаю, что здесь изменено. Вроде бы как... Нет, диски вроде бы те же самые. Но в модпаке я так заметил, что он постоянно одну модель, он ее пытается качественно сделать. Бывают какие-то мелочи добавляют. Поэтому я вам сказать не могу, что здесь изменено, но выглядит довольно-таки классно. Ну что ж, это были все скриншоты, которые были новые именно. Старые я уже вам показывал. Может, на канале может видосик найти. Я до этого тоже снимал видео про модпак. Это было, ну, недели две назад, наверное. Подписывайтесь на группу модпакера, повторю, ссылка в описании. Да и вообще, все ссылки в описании, пацаны. Ставьте лайк там, если хотите. И ждите, так сказать, итоги голосования насчет того, уйти мне или нет. Все, всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm all